В Казани отметили 30-летие дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией. Глубоко уважаемый президент Туркменистана уделяет важное значение дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства по всем трем направлениям – политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. Большой Зеленодольск. Что предполагает концепция развития района? Первым этапом этого проекта является все-таки формирование транспортной инфраструктуры. Какой след в истории Казанского университета оставил выдающийся ученый-писатель Каюм Насыри? Работы философа хранятся и в отделе рукописей и редких книг Казанского университета. Например, у меня на руках его работа, которая была переведена с арабского на русский и имеет название «Книга о воспитании», выпущенная в Казани в 1992 году. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Зарина Ахмадуллина. Делегация Казанского федерального университета находится с рабочим визитом в Республике Казахстан. Ее возглавил проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Состоялся ряд визитов, в том числе в представительство Республики Татарстан в Казахстане, где стороны обсудили основные направления сотрудничества в сфере привлечения абитуриентов в текущем году, намеченные планы по работе со школами. Также в рамках программы пребывания состоялась встреча с представителями Россотрудничества в Российском центре науки и культуры, где обсудили вопросы в сфере социогуманитарного взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, в том числе образовательные аспекты. Программа рабочего визита продлится до 9 апреля. В Казани с размахом отметили 30-летие дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией. Подробнее о мероприятии смотрите в нашем сюжете. 4 апреля в Доме дружбы народов Татарстана состоялся торжественный концерт, переуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Генеральное консульство Туркменистана в городе Казань совместно с Институтом международных отношений Казанского федерального университета провело масштабное культурное мероприятие, гостями которого стали представители правительственных органов, а также обучающиеся иностранные туркменские студенты. Мероприятие это не первое и не крайнее. Впереди у нас большая программа совместная, об этом вот господин консул, я думаю, и сегодня. И я смогу свое выступление отметить. Наши взаимоотношения очень позитивные, и речь шла именно о проработанности каждого мероприятия, которое носит не только образовательный эффект, не только научный, но и общественный резонанс. Мероприятие началось с приветственного слова Римы Ратниковой. Депутат Госсовета Республики Татарстан зачитала поздравления от имени председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина. От имени депутатов Государственного совета Республики Татарстан, Совета Ассамблеи народов Татарстана и от себя лично горячо и сердечно поздравляю с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Также с торжественной речью выступили представители Министерства иностранных дел России в городе Казани Радик Вахитов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, а также генеральный консул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов. Глубоко уважаемый президентом Туркменистана уделяет важное значение дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства по всем трем направлениям – политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. На мероприятии помимо официальной части была представлена концертная программа, в которой осветили номера туркменской, русской, татарстанской и других культур. Также гостям торжества удалось ознакомиться с национальными музыкальными инструментами и книгами, которые посвящены богатым традициям Туркменистана. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казань со следующего года активно начнет расширяться в сторону Зеленодольска. Соответствующее постановление правительства Республики Татарстан подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. О том, сколько будет построено жилья, какой инфраструктурой оно будет обеспечено и не только. В сюжете нашего корреспондента. В Казани утвердили проект размещения коммуникаций для Большого Зеленодольска. Эта инициатива предполагает расширение Казани в западном направлении. Соответствующее постановление правительства Республики Татарстан подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В документе речь идет о создании проекта планировки и проекта межевания территорий для строительства системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения зоны, прилегающей к трассе Казань-Зеленодольск. Первым этапом этого проекта является все-таки формирование транспортной инфраструктуры. Потому что пока эта транспортная структура полноценно не
не сформируется в проектном плане, а частично даже не будет реализовано, то возможности для развития вот этой смычки между Зеленодольском и Казанью, она будет идти таким неровным, я бы сказал, и стихийным образом. Концепция Большого Зеленодольска предполагает строительство жилых массивов вдоль оси трассы, связывающей Зеленодольск со столицей республики. Проект разделен на два этапа. Всего до 2030 года на 10 тысяч гектаров планируют возвести примерно 5,7 миллиона квадратных метров жилья. Строить будут как многоквартирные, так и индивидуальные дома. Эта связка между Казанью и Зеленодольском будет очень такой серьезной. Более того, сейчас же уже проектируется дублер Горьковскому шоссе, который пойдет ближе к Волге. То есть, ну, как бы вот эти все события, они приближают вот эту идею, что Казань и Зеленодольск постепенно начинают срастаться в единый такой двухъядерный центр Казанской агломерации. Помимо этого, Большой Зеленодольск предполагает возведение 44 детсадов, 25 школ и 3 поликлиник. Строить новое жилье будут вдоль дорог. Для решения проблем с дорожными заторами разрабатывается проект по расширению Горьковского шоссе. Также прорабатывается возможность запустить электропоезда по маршруту Салават-Купере – Новая Тура. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Какой след в истории Казанского университета оставил выдающийся ученый-писатель Каюм Насыри? Каюм Насыри – известный в Татарстане ученый-этнограф, литератор, философ, а также просветитель XIX века. Родился Габделькаюм Габденасырович Насыров, полное имя ученого, в небольшой деревеньке 2 февраля 1825 года. Его отец, известный богослов и мастер каллиграфии Габденасыр бин Хусейн, преподавал в Мектебе. Там же получил свое первое образование и Каюм. Позже отец отправил сына в Казань, где он продолжил обучение в медресе. Молодой человек овладел персидским, арабским и турецким языками. Отдельно интересовался и русским. После окончания медресе поступил в Казанский университет, посещал его на парах вольного слушателя. Литератор внес свой вклад в развитие родного татарского языка, а также стремился сделать все возможное для его сближения с русским языком. Ученый был уверен, что именно благодаря двуязычию культура Татарстана поднимется на небывалый уровень. Темами его трудов стали самые разные науки и отрасли: фонетика, грамматика, физика, история, гигиена, анатомия, математика и, как ни странно, кулинария. Работы философа хранятся и в отделе рукописей и редких книг Казанского университета. Например, у меня на руках его работа, которая была переведена с арабского на русский и имеет название «Книга о воспитании», выпущенная в Казани в 1992 году. Помимо этого, отдел хранит и научные работы Каюма Насыри. Например, календарь, выпущенный в 1883 году. Научное сообщество Казани также относилось к Насыри с огромным уважением. Выдающиеся заслуги ученого-просветителя признало Общество археологии и этнографии, членом которого он был долгие годы. Исследования, проведенные ученым в области этнографии и истории, с интересом слушали ученые во время заседаний этого общества. Более того, имя Каюма Насыри носит одна из центральных улиц исторического района – Старо-Татарская Слобода в Казани. До самой смерти Каюм Насыри проживал вместе с родственником, так как у него просто-напросто не было собственного жилья. Все имущество мыслителя умещалось в двух комнатах. Современники свидетельствовали, что Каюм Насыри имел большую библиотеку, каждая стена в которой была заставлена полками с книгами. Каюм Насыри скончался 20 августа 1902 году в возрасте 77 лет. К летальному исходу привела старость и ослабленное здоровье. В последние годы жизни мыслитель мучился от паралича, но не сдавался. Пытался бороться с этим недугом при помощи специальных упражнений, которые разрабатывал самостоятельно. Известного ученого похоронили на кладбище Новотатарской Слободы. Организацией похорон занималась медресе Мухаммадия. Амир Ахтямов, Никита Акиньшин, Универньюз. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!